Новые автомобили, большие квартиры и животные в хозяйстве могут лишить семьи соцпомощи. Министерство труда разработало новые методические рекомендации по оценке нуждаемости для получения соцпомощи в регионах. В проекте документа говорится, что при оценке кандидата на социальную помощь от региона и муниципалитета надо учитывать наличие у него имущества. К примеру, если у семьи один или два автомобиля не старше 5 лет, то на получение социальной помощи она рассчитывать не сможет. А также если коров, лошадей, свиней на подворье будет больше нормы.